Всегда, когда я покупаю туалетную бумагу, Настя тратит ее за один раз. И в самый нужный момент ее никогда не оказывается. Поэтому, чтобы Настя тратила меньше туалетки, я заказал для нее дистанционное устройство для чистки попы. Тут даже можно регулировать скорости. И так как Настя любит покекать, думаю, ей понравится. Прямо сейчас я пойду его дарить и покажу, как он работает, но перед этим БЖ подпишись и поставь большой палец вверх, потому что до 5 миллионов осталось совсем чуть-чуть. Настя, я знаю, что ты очень любишь покекать, поэтому я дарю тебе это. Это колесо чистоты. Ты что, совсем не нужна? Нет, уже помойка. Ну ладно, буду сам пользоваться.